Доброе утро, девочки, мальчики. Второй день отпуска. Уже второй. Как-то слишком быстро. Погода у нас, конечно, очень резко поменялась. Я не ожидала таких изменений резких. 18 градусов, холодно. Ветра нет, правда, но так прям нужно перебирать шкаф и доставать осенние вещи. Неожиданно. Сегодня вечером у меня танцы. Второе занятие. Я решила ходить только на латину. Все остальное мне не хочется ходить, поскольку у меня зал, мне этого хватает. Физических нагрузок я имею в виду. Сейчас сижу, смотрю на это пустое место и думаю, смогу ли я сама передвинуть шкаф. Не знаю, насколько я сильная, если его освободить. Стоит ли мне вообще пытаться? Хочется перестановку сделать и до вечера не ждать папу. Тем более, что я сегодня на танцы, и вряд ли мы что-то с ним переставим. Вот так. Что сегодня делать буду, я еще не решал. Но такое хорошее освещение, как раз для того, чтобы снять пару видео в ТикТок. И еще нужно снять, кстати, пустые баночки. Возможно, этим я сегодня и займусь. Так что... ждите пустые баночки. Я надеюсь, я их разгребу когда-нибудь. А первым делом, что мы сделаем? Кстати, я купила в магазине вот такой кокос. Ничего, кроме кокоса, сахара и какого-то стабилизатора там нет. Но это такая фигня. Первым делом нужно попить воды и позавтракать. В последнее время подсела на вот такие хлебцы рисовые с солью морской. Такие вкусные. Я с ними все делаю. И тосты, и просто кушаю. Надо еще сегодня купить, как будто этих танцев. Вот. Без глютена все такое очень классное. На основе их я буду строить свой завтрак. Есть авокадо, который никак не хочет доспевать. Ну, я его таким оставлю. Сейчас сделаю какую-нибудь намазку с авокадо, с маслицем и с кунжутом и намажу на эти хлебцы. Я думаю, будет вкусно. Вот такая прелесть у меня получилась на огромной тарелке. Я не верю, что это все съем сейчас. Это очень большая порция. Но должно быть очень вкусно.
Вчера у меня были постирашки, теперь надо это все повесить на тремпеля, отпарить и повесить в шкаф. Этим сейчас займемся. В этот момент я поняла, почему я не снимаю вам влоги каждый день. Потому что я сплю каждый день. Ну что вы думаете? Я немножко разгребла вещи, те, которые были в столе. И уснула на 3 часа. Но мне через час надо выходить на танцы. Это надо собраться, поесть, накраситься, взять форму. Так не хочется, девочки. Ну надо. Надо пойти и растрястись чуть-чуть, проснуться. Так что пойду сейчас перекушу и починчикую на танцы. Вот так вот. Я уже дома после танцев зашла, заехала точнее в кафешечку, купила кофе бескофейного себе, с которой пью всегда, Бамбл называется. Посидела немножко и поехала домой. Приняла душ, сейчас попью чаю с эклерами, захотелось, мне чуть настроение пропало. В принципе, вот такой у меня был день. В танцах опять было очень жарко, с меня все текло, вот так просто. Завтра у меня тренировка на 12 часов дня. И, в принципе, все. Вот завтра буду, наверное, уже пробовать перестановку делать и записывать пустые баночки. Посмотрим, как это будет. Еще нужно в магазин сходить. Пока так. Чуть я приуныла немножко. Такой сегодня был неинтересный, скучный влог. Так что всем спокойной ночи. Надеюсь, мой энтузиазм записывать каждодневные влоги не пройдет. Пишите комментарии.